У нас на пути еще одна остановка. На этот раз от самого солнечного, самого яркого, теплого и душевного педагогического отряда. На протяжении всего конкурса они поддерживали вас так, как никто другой. И недавно один из лагерей Магнитогорска, Горное ущелье, в котором работали ребята этого педотряда, отпраздновал свое 60-летие. Встретим же бурными аплодисментами педагогический отряд «Вожатское сердце Магнитки». В этом году в наших лагерях отдыхали дети с ограниченными возможностями. Это позволило нам, вожатым, взглянуть на мир глазами разных детей. Но нас это ничуть не напугало, ведь они научили нас многому. А именно, никогда не отчаиваться, радоваться каждому мгновению. Преодолевать любые трудности. Ценить настоящую дружбу и любовь. И поэтому сегодня мы вместе с вами хотим присоединиться к социальному проекту «Не молчи» от фонда «Обнаженные сердца». Поддержите нас, пожалуйста. Повсюду, и лишь на них держится земля, их руками делается чудо, а сердце их для детей горит. Наши дети научили нас многому, а мы, в свою очередь, постарались зажечь огонек в каждом ребенке. Для этого наши вожатые использовали акварель красок, радости, счастья, музыки, конечно, песни. Самое главное для любого вожатого – это, конечно же, раскрыть талант каждого ребенка. И именно поэтому мир вожатого – это прежде всего мир детей. Я полечу.
Мы просим представителя педотряда «Вожатское сердце магнитки» выйти на эту сцену, потому что мы хотим вас поблагодарить за вашу отчаянную, горячую поддержку всех педотрядов и вручить вам специальный диплом как педагогическому отряду, который осуществлял лучшую поддержку в течение нашего смотра конкурса.